Каждую среду в студии телеканала «Самара ГИС» мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Как изменения в генеральном плане Самары отразятся на строительной отрасли? В Самаре продолжается работа по постановке на кадастровый учет земельных участков, прилегающих к многоквартирным домам. Какие права и обязанности появятся у собственников квартир? Когда по заводскому шоссе начнется движение транспорта в обычном режиме? Сколько новых школ и детских садов будет построено в Самаре? В нашей студии руководитель департамента градостроительства администрации городского округа Самара Сергей Шанов. Сергей Николаевич, рад вас видеть. Добрый день. Ну и для начала, в начале программы, я предлагаю посмотреть актуальный сюжет на ту тему, которую мы сейчас с вами будем обсуждать. Разработка и усовершенствование генплана Самары будет проводиться собственными силами Департамента градостроительства. Для этого привлекут профессиональные сообщества. Действующий генеральный план развития Самары, который утвердили в 2008 году, был рассчитан на 7 лет. Поэтому в 2016 заключили муниципальный контракт и по конкурсу определили организацию для разработки и комплексных внесений изменений в документ. Долгожданным решением станет перевод земель дачных товариществ поселка Прибрежный в черту городского округа Самара. Одним из важнейших моментов является смена зонирования участка парка 60-летия Октября на рекреационную зону, что позволит поставить точку в теме сохранение парка от застройки. У Самары в скором времени появится свой дизайн-код. Документ, который уже разработан, поможет вывести работу по реализации программы формирования комфортной городской среды на регулярную контролируемую основу и позволит создать такой облик города, в котором все элементы будут между собой сочетаться. Он поможет оформить город в единой стилистике, учитывая все архитектурные особенности Самары. В любом случае мы это вынесем еще на общественную палату с вашим участием, и тогда уже будем рекомендовать всем районам, ну и, соответственно, сами будем придерживаться этого правила, вырезать коды и, конечно, работать с нашими учреждениями, организациями. В последнее время было большое количество обращений органов местного самоуправления, я имею в виду, прежде всего, внутригородских муниципальных районов и простых граждан, да и представителей бизнеса с предложением принять какие-то действенные меры для того, чтобы сохранить наследие чемпионата мира 2018 года и предпринять какие-то усилия по мероприятиям улучшению внешнего вида города. Сергей Николаевич, градостроительная отрасль, ну, действительно одна из важнейших для развития и экономики города, и социальной среды. В конце прошлого года были внесены, насколько я помню, изменения в генеральный план Самары. Вот как это отразится на строительной отрасли в целом? И что изменится, я бы так сказал, в городской градостроительной политике? Да, действительно, в декабре 2019 года мы внесли изменения в действующий генеральный план, и как правильно было сказано в том сюжете, который мы сейчас посмотрели, что это было сделано во исполнение решений градостроительного совета при главе городского округа Самары Елены Владимировны Лапушкиной, которая дала поручение департаменту градостроительства, управлению главного архитектора города Самары собственными силами доработать проект внесения изменений в генеральный план, который ранее был подготовлен нашими московскими коллегами, которые были у нас на соответствующем муниципальном контракте. Вот первый этап этой работы, который мы привели в соответствие границы функциональных зон генерального плана действующему государственному кадастровому учету. То есть у нас каждый земельный участок, который стоит на кадастровом учете на сегодняшний день в генеральном плане, относится к той или иной функциональной зоне и не делится границами этих зон, что очень важно для дальнейшего землепользования на этих земельных участках. В текущем году работа по исполнению решений градостроительного совета будет продолжена и будут внесены дальнейшие изменения в генеральный план, которые будут носить еще более существенный характер. У нас появятся в генеральном плане такие важные карты, как карты размещения объектов местного значения. До настоящего времени в генплане 2008 года у нас нет
такого раздела. Это чем, что чем такое? Он важен? Да, чем он важен? Объекты местного значения – это в первую очередь детские сады, школы, поликлиники, объекты, связанные с физкультурой. Это в том числе и городские рекреационные объекты, такие как парки, скверы, бульвары и набережные. Как только мы разместим такие объекты в генеральном плане, после этого у нас будет подготовлена, разработана и утверждена программа комплексного развития объектов социальной инфраструктуры, которая позволит на долгосрочный период планировать и закладывать денежные средства на развитие и строительство новых объектов социальной инфраструктуры и реконструкции действующих объектов. Пока что, к сожалению, в нашем городе такая программа комплексная отсутствует. Вот после тех изменений в генеральный план, о которых я сказал, мы, конечно же, такую программу обязательно утвердим. Второе, у нас будет откорректирована схема развития улично-дорожной сети города Самары. Потому что та схема, которая имеется сейчас от 2008 года в генеральном плане, она, конечно же, уже не в большей своей части не соответствует действующим реалиям. Она не соответствует тем объектам регионального значения, которые у нас появились уже за истекшие фактически 12 лет, да. И микрорайоны выросли вот, целые. Вот об этом я как раз и говорю. То есть было много утверждено проектов регионального значения. У нас, как вы знаете, например, один из таких важных объектов Министерством транспорта и автомобильных дорог был утвержден проект планировки продолжения улицы Авроры от Московского шоссе до Новосадовой. Да, вот такие, в частности, вот такой объект, он вот в действующей схеме развития улично-дорожной сети не отображен. Потому что в 2008 году несколько иные были планы, да, они, точнее, не были настолько конкретизированы, как сейчас. После усовершенствования этой схемы развития улично-дорожной сети, также это нам позволит разработать комплексную программу развития транспортной инфраструктуры города Самара. Как того, опять-таки, требует и закон, такая программа разрабатывается на основании генерального плана, что также позволит на долгосрочный период закладывать, планировать денежные средства на развитие, в том числе и дорог. Это, конечно же, появление таких программ, изменения в генеральный план в таком формате позволит в дальнейшем, как мы полагаем, коренным образом изменить ситуацию в городе, вот, в первую очередь по именно социальному и транспортному обеспечению, что в свою очередь повысит инвестиционную привлекательность в нашем городе, позволит и, как мы полагаем, повысит привлекательность захода застройщиков именно на развитие застроенных территорий, потому что сейчас, конечно, достаточно невысокий уровень участия застройщиков у нас в развитии застроенных территорий, именно в комплексном развитии, в подходе, когда целые квартала, на которых находится ветхое и аварийное жилье, берутся застройщиком, заключается с городом договор о развитии застроенной территории, за счет застройщика осуществляется снос и переселение граждан из этих домов в то жилье, которое гражданам необходимо взамен аварийного, и потом осуществляется на территории таких кварталов комплексная застройка, обеспеченная и социалкой, и транспортом. Вот мы полагаем, что в течение 2020 года мы вот эти важные изменения в генеральный план осуществим. И со следующего периода мы изменим ситуацию по развитию застроенных территорий в городе, что самое главное, позволит не увеличивать количество введенных квадратных метров. План с нас никто не снимает ежегодный в этом, да, он ставится на, в том числе и на городской округ Самара с федерального уровня, но эти квадратные метры наша задача обеспечивать не за счет расширения город вширь, да, а в том числе и за границы существующей городской округ Самара, а именно менять внутреннее наполнение города, потому что очень такие достаточно объемные у нас территории в городском округе Самара, в котором находится в настоящее время малоценное жилье, которым 50 и более лет назад построены дома. Конечно, надо на месте ветхих аварийных домов должна появляться современная качественная застройка. Ну, собственно говоря, тот самый национальный проект, о котором так и говорят регулярно. Да, в любом случае
развитие застроенных территорий, где должны вкладываться средства застройщиков. С другой стороны, у нас действует национальный проект «Жилье и городская среда», в котором действует региональная и городская программа по переселению граждан из ветхого аварийного жилья. Вот все в совокупности позволит как улучшить непосредственно условия проживания граждан, так и улучшить саму эстетическую и качество жизни, в принципе, в городе, потому что вместо аварийного жилья будет появляться современное и комфортное комплексное жилье. И не просто это именно не точечная застройка, а именно комплексный подход, когда застраивается сразу квартал, в котором строится и необходимая школа, детский сад и какие-то еще иные объекты социальной инфраструктуры. Сергей Николаевич, школы важнейшие, может быть, даже одна из самых важнейших тем, проблем в нашем городе. В ближайшее время в Самаре должно начаться строительство новой школы на Пятой Просеке. Об этом много говорилось. Да. В феврале получены положительные заключения по проектно-сметной документации. Замечания к проекту были и со стороны жителей. Их было много. Они учтены в итоге? Да. Фактически все замечания, которые высказывали нам жители в процессе подготовительных работ к строительству этой новой школы. И хочу заметить, что строительство новой школы будет фактически осуществляться впервые на застроенной части города Самары за последние уже, наверное, 30 лет. Потому что те школы, которые у нас осуществлялись, строительство в предыдущий период, это в 2014-2006 году у нас вводились новые школы. Это в микрорайоне Волгарь в жилом, это в микрорайоне Крутые Ключи. Фактически это школы строились именно для обслуживания вновь появившихся микрорайонов, которых не существовало ранее. Здесь же в данном случае вот та же школа на Пятой Просеке фактически уже будет осуществляться ее строительство в сформированном существующем жилом микрорайоне, тем самым мы именно будем улучшать то качество среды внутри нашего города, о чем вот немного ранее я и говорил. По школе, значит, по замечаниям. Действительно, были изначально замечания жителей о необходимости осуществления строительства в первой очереди этого учебного заведения на земельном участке бывшей базы отдыха «Экономист», которая нам была передана из федеральной собственности в муниципальную. Так оно и будет. Здесь могу успокоить граждан, которые трепетно относятся к этому объекту и очень внимательно следят за всеми теми мероприятиями, которые мы там на участке уже сейчас предпринимаем. То есть в первую очередь у нас появится на территории базы отдыха «Экономист». Это будет школа на 600 мест. Проект школы, который мы изначально за образец взяли типовой из Ростовской области, он был нашими проектировщиками доработан, в том числе по пожеланиям жителей и активной группы жителей, проживающих на Пятой Просеке. У нас были изменены планировки многих внутренних помещений, были немного уменьшены помещения, где будут располагаться непосредственно классы, было заменено одно из помещений библиотеки на дополнительное классное помещение. Вот, мы также учли пожелания жителей о том, что и полностью разделяем их мнение, что школа на 600 мест в данном микрорайоне не совсем достаточно, мягко говоря, поэтому вторую очередь по реализации этого образовательного учреждения у нас будет осуществляться строительство школы еще на 850 мест, в котором сейчас у нас проходит подготовительная работа для осуществления закупки процедуры проектирование. Это именно второй очереди. Также земельный участок там муниципальной собственности нам ничего не мешает. Заложены деньги в бюджет на проектирование. В этом году, буквально, наверное, в течение месяца мы уже заключим муниципальный контракт именно на проектирование второй очереди. Что касается по первой очереди, то тоже в течение этого месяца мы должны выйти на торги по строительно-монтажным работам и непосредственно приступить уже к строймонтажу. То есть фактически там будет объект на 1500 мест? 600 и 850, 1450. Сергей Николаевич, за чей счет? Какой бюджет это финансирует? Вот, финансирование строительства данного объекта будет также осуществляться за счет средств вышестоящих бюджетов. В первую очередь это средства федерального бюджета, которые поступят к нам в область и будут доведены до города в рамках реализации национального проекта образования.
Да. Только благодаря тому, что в настоящее время у нас на территории нашей страны реализуются национальные проекты, которые были введены указами нашего президента Владимира Владимировича Путина, только благодаря реализации вот этих национальных проектов мы можем говорить о том, что да, вот будет реализовываться строительство школ. Ну, то есть это еще и рабочие места, это бизнес, конечно, это конечно. Налоги, это, да, в общем, все то, что, да, обычно связано с строительством крупного, да, объекта. Когда будет завершено строительство первой и второй очереди? Вот когда сроки, туда войдут первые, да, сроки ученики? В завершении строительно-монтажных работ у нас по первой очереди это конец декабря 2020 года. Да, действительно, из-за того, что у нас мы ограничены очень сильно в сроках по именно освоению федеральной составляющей денежных средств, мы просто обязаны в такой достаточно короткий для такого серьезного объекта период осуществить это строительство. Но из всех тех детальных планов и графиков по проведению строительно-монтажных работ, по организации строительных работ, мы понимаем, что, конечно, мы приложим все усилия, чтобы этот срок соблюсти и этот объект вот срок реализовать. Поэтому, как и говорили и говорим сейчас, по первой очереди это конец 2020 года. Это уже закончится строительство. Так. И полагаем, что в учебный процесс в первую очередь у нас должна будет войти в 2021 году, ну, в учебный год 2021-2022, который. По второй очереди у нас тоже имеется ограничение по использованию тех федеральных средств, которые будут доведены именно на вторую очередь по пятой просеке, это завершение 2021 года. То есть фактически с разницей в год у нас будут должны введены в строй, в учебный процесс эти два учебных заведения. Соответственно, проблема вот должна быть, ну, в значительной степени решена, мест в школах, потому что абсолютно это верно, 1500, да, учебных, да, мест. Да, это, да. 1500 учебных мест в одну смену. В одну смену планируется? Конечно. Ну, это все плановые показатели и расчетные показатели любого образовательного учреждения считаются в одну смену. То есть вообще есть общий план, что до 2025 года все школы должны быть переведены на только односменное обучение. Да, к этому, естественно, мы стремимся, надеемся, что когда-то это будет реализовано, в том числе и в Самаре. Но в настоящее время мы знаем, что у нас многие образовательные учреждения работают в две смены. То есть фактически введенные в эксплуатацию 1500 мест в одну смену по факту могут дать реально мест для обучения в 3000 мест. То есть, это, ну, если уж очень будет необходимо. Это если очень будет необходимо. Если, да, будет такая загрузка вот на эти два корпуса. Мы полагаем, что вот такой объем этого образовательного учреждения позволит покрыть на сегодняшний момент полностью всю ту потребность, которая у нас вот складывается на территории 5-6 просеки вот этих вот застройки, которая появилась у нас там с начала 2000-х годов вот по улице Солнечной. Сергей Николаевич, в Самаре нужны также и детские сады. Но это, в общем-то, хорошо. То есть у нас много детей, да, соответственно, нужно ими заниматься. В сентябре стартует строительство детского сада на улице Подшипниковой. Когда он будет сдан и сколько еще детских садов будет заложено? Ну и тоже источник финансирования. Я очень люблю спрашивать про деньги. Да. Ну, здесь, посмотрите, к сентябрю 2019 года, да, у нас в плановых показателях завершить проектирование детского сада. 2020 года, наверное. 2020 года, да, да, да. Завершить проектирование детского сада на улице Подшипниковой. Сейчас уже проектные работы у нас, они стартовали в середине декабря 2019 года. Сейчас на такой достаточно уже зрелой стадии сам проект находится. Нам необходимо завершить все мероприятия по договорам технологического присоединения этого объекта и зайти в государственную экспертизу, получить экспертизу на проектное решение и пройти экспертизу сметной документации. Да, по плану у нас как раз именно к августу месяцу выйти с положительным заключением на проектную, на сметную документацию, заявиться на ту потребность в финансах, которые будет необходимы для строительства этого детского сада. Получив их, мы имеем все основания выходить на торги на строймонтаж, потому что тоже там земельный участок, муниципальная собственность, нам ничего не мешает юридически осуществить реализацию этого проекта. У нас есть желание и есть большая надежда, что мы получим
сможем получить денежные средства на реализацию, в частности, именно этого объекта на подшипниках 27 в рамках национального проекта «Демография». Это национальный проект «Демография» подразумевает увеличение количества именно ясельных мест свободных. У нас все новые детские сады, которые сейчас проектируются, как с обычными группами и в обязательном порядке с размещением на первых этажах именно ясельных групп, которым имеются особые санитарные эпидемиологические требования, к таким группам. Это заложено во все проекты. Помимо подшипниковой 27, у нас в проектировании на сегодняшний момент находятся еще 3 детских сада. Это один в промышленном районе и 2 детских сада в Кировском районе. Эти детские сады у нас стартовали в проектировании все одинаково в конце 2019 года. И, в принципе, вот к завершению летнего сезона мы планируем по всем по ним выйти с положительным заключением по проектно-сметной документации и по всем заявиться на финансирование. Вот. Ориентировочная потребность в средствах, она, конечно, понятна и сейчас, но, к сожалению, по закону мы имеем право заявляться на финансирование непосредственно к заявке, должны прикладывать именно ту сметную документацию, на которой получено положительное заключение государственной экспертизы в строительстве. Помимо этого, также в рамках национального проекта «Демография», помимо, вот, как я сказал, планируемого строительства 4 абсолютно новых детских садов, которых фактически на этих местах ранее не было, мы еще планируем, и сейчас мы заключаем контракты на проектирование, получив проекты и получив экспертизу, к концу 2020 года зайти на строительство пристроев к 5 существующим детским садам. Да, есть еще и такая тема. С целью снижения финансовой нагрузки, так как пристрои все-таки по строительному объему требуют меньших средств, чем строительство полноценных новых детских садов. Да и побыстрее это. Да, и побыстрее в первую очередь. Но это даст хороший показатель именно по созданию ясельных групп, то, что требует у нас на сегодняшний момент национальный проект «Демография». Вот эти новых 5 пристроев, фактически по 50 мест, дадут нам еще новых в городе 250 ясельных именно мест полноценных. То есть вот в планах фактически вот 9 новых объектов. По сроку реализации проектирования и строительства это до конца 2021 года они у нас должны появиться, и как бы мы вот предпримем все действия, чтобы это осуществить. Сергей Николаевич, осталось не так много времени. Предлагаю посмотреть еще один сюжет, и мы продолжим разговор. Красный знак с белым прямоугольником, прозванный в народе «кирпич», красноречиво говорит о том, что напрямую по заводскому шоссе сейчас не проехать. Транзитное движение по улице закрыто. Эта мера необходима, чтобы строители смогли закончить прокладку коммуникаций, не создавая аварийных ситуаций. Ведь рыть глубокие траншеи в непосредственной близости от движущихся машин опасно. Сейчас подрядчики под будущей дорогой прокладывают трубы водоснабжения и ливневую канализацию. Эксплуатацию существующих сетей мы не прерываем. То есть мы делаем параллельно сети. Все переключение будет уже делаться в более-менее теплую погоду. Сейчас мы перекладываем трубы, делаем ливневую канализацию. Это вид работ, который можно делать в зимний период. При этом запрет на транзитное движение не должен сказаться на работе предприятий, находящихся на заводском шоссе. Подъезд к ним будет возможен по следующим схемам. Со стороны улицы 22-го партсъезда до заводского шоссе 99А, со стороны улицы Авроры до улицы Ближней. Схема организации дорожного движения согласована с ГИБДД. Срок окончания всех работ по контракту – ноябрь 2020 года. Но транзитное движение строители планируют открыть, как только закончат все земляные работы. Ремонт дороги выполняют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». После реконструкции заводское шоссе станет полноценной 4-полосной магистралью. Здесь появятся тротуары, газоны, ограждения, пешеходные переходы, автобусные остановки с карманами. А также освещение и ливневая канализация, которых раньше здесь не было.
Сергей Николаевич, заводское шоссе «Труженик самарских дорог». Вот сейчас идет реконструкция от улицы Аврора до 22-го партсъезда. По сути, достроится новая дорога. И ситуация действительно непростая, потому что там находится огромное количество предприятий. Я сам знаю руководителей многих этих компаний. Туда выезжала комиссия администрации городского округа Самара. Подрядчик засыпал яму щебнем. Ведь проблема в том, что сейчас весна, и начинается как раз вот самое сложное... Самый сложный этап распутится. Какие договоренности достигнуты с подрядчиком? Кто и как будет контролировать их выполнение? Ну, в первую очередь, договоренности, которые достигнуты с подрядчиком, это по поручению главы города. На подрядчика возложена обязанность по ежедневной отсыпке тех образовавшихся ям, которые там, вот, большегрузов происходят. Щебень и все необходимые для этого материала у застройщика есть, техника есть. Контроль осуществляется со стороны как департамента градостроительства, закреплены кураторы за этим объектом, которые ведут ежедневный мониторинг и отчитываются и мне как руководителю департаменту, и параллельно главе городского округа Самара. Да, действительно осложняется ситуация той погодой, которая у нас сложилась в эти дни. Здесь хочу только ко всем жителям обратиться. И в первую очередь к тем, кто пользуется сегодня заводским шоссе, немножко потерпеть. Действительно, это строительная площадка, но после реализации этого объекта там действительно появится новая полноценная дорога. Живой пример тому, как мы все вместе, все горожане терпели строительство на Московском шоссе, но перед чемпионатом мира, но в конечном итоге получили сейчас полноценную современную дорогу. Абсолютно такая же ситуация будет там. К концу летнего сезона мы, предполагаю, ну, ставим такую задачу, что там фактически движение будет пущено уже по постоянной схеме, по новому покрытию, и будут уже только работы по внешнему благоустройству за пределами проезжей части, уже по окончанию летнего сезона. Сергей Николаевич, совсем немного времени осталось, а вопрос еще очень важный. Проектирование новых дорог. Дороги – это скелет города, вот не устаю повторять. Да. Как мы его спроектируем, так и город развиваться будет. В ближайшее время у нас будут спроектированы 5 новых дорог. 5. Самые такие, которые уже на достаточно высокой степени проработки, это непосредственно проект реконструкции 22-го партсъезда от улицы Солнечной до Московского шоссе. Мы вот в течение месяца должны уже зайти в государственную экспертизу за заключением. Это разработано и уже находится на утверждении проект планировки территории реконструкции улицы Дачной. Как и анонсировали ранее, в течение 2020 года мы подготовим и зайдем на экспертизу уже по проекту. Улица Дачная от Московского шоссе до Пензенской. И также реконструкции двух дорог у нас произойдет. Это улица Лейтенанта Шмидта от Новосадовой до паромной переправы в село Рождественно. И будет осуществлена реконструкция 5-й просеки. Вот тех подъездных дорог к той новой школе, которую мы уже начнем строить в этом году. Это первоочередные мероприятия по развитию уличной дорожной сети от лица города. Ну и плюс еще «Аврора», которая будет продолжаться, которая, конечно, да, это пробивается. Почему не сказал? Потому что еще у нас в городе есть часть объектов регионального значения. Там заказчиком по строительству выступает областное министерство транспорта и автомобильных дорог. Там два важных объекта, которые также, мы надеемся, в ближайшее время будут реализовываться. Это продолжение улицы «Авроры» от Московского шоссе до Новосадовой и строительство транспортной развязки на улице Новосадовой на пересечении с Советской армией. Сергей Николаевич, спасибо за интересную и очень содержательную беседу. Я не успел задать все вопросы, но я надеюсь, что мы увидимся в этой студии еще не один раз. Спасибо, конечно. Потому что департаменту градостроительства вопросов у нас на самом деле будет очень много. Напоминаю, моим собеседником был руководитель департамента градостроительства администрации городского округа Самара Сергей Шанов. Удачи в делах. До свидания.